Итак, мы зашли на территорию нашего гостевого дома. Как мы видим, есть парковочные места, много зелени, самый центр, до моря буквально 5 минут спокойным шагом, виноград, своя кухня. То есть тут всего 4 номера, у вас будет кухня, вы можете приготовить на свежем воздухе, есть мангал. Значит, первые два номера у нас вот тут на втором этаже, и вторые два номера у нас там. В первую очередь, сначала я покажу эти два номера. Два двухкомнатных номера можно снимать полностью этаж под ключ. Свой балкончик, свой холл, стульчик, стол, стульчики. И, конечно же, номера очень комфортабельные и по цене очень доступные. Можно снимать двумя семьями, будет всем весело, так сказать. Итак, мы заходим в первые два номера. Они оба двухкомнатные, зеркальные. Этот номер на данный момент занят. Я его показывать не буду. Соответственно, я покажу этот номер. Значит, в номере имеется диван, кресло, телевизор, соответственно, холодильник, шкаф, комплектация полная. Все, что необходимо, есть. Очень люблю, когда на полу ковролин. Кондиционер, двухспальная кровать, ну, тумбочки, шкафчики. Все, что нужно для отдыха, тут имеется. Санузел свой у вас будет, соответственно, зона принятия душа. Туалет и все... Чистенько, никаких запахов, никаких насекомых, вообще круто. Можно как раз для семьи из 4 человек или вообще снять полностью этаж под ключ. Вот эти два номера, дверь у вас своя будет закрываться, и вы здесь откроете двери и будете как раз отдыхать, допустим, двумя семьями. Это очень-очень классно. Так что, ребят, обратите внимание очень на этот гостевой дом. По цене вас тоже очень хорошо удивит. Сейчас идем во второй отсек дома, а я вам покажу. Пойдем во второй этаж под ключ. Получается, он двухкомнатный, точнее, два двухкомнатных номера, либо этаж под ключ. И отдален от собственников. То есть там можно снять большой компании, допустим, две семьи, к примеру, очень будет удобно. У детей есть свой двор. Здесь тенечек, как вы видите. Это у нас улица Грибоедова. Пересечение с улицей Ульяновской. До моря, ну, я уже говорила, 5 минут максимум, 7, если еле-еле идти. Номер на втором этаже. Сейчас вы все увидите. Я думаю, что вам этот гостевой дом очень понравится, потому что он очень уникальный. И вокруг, смотрите, выходите на балкончик, и вокруг у вас вот такой пейзаж. Очень много зелени, и даже видно горы. Это круто, ребята, пишите смотреть номера. Итак, мы зашли во вторые два номера, они также находятся на втором этаже. Здесь у нас два также двухкомнатных номера со своим санузлом, имеется холодильник, скорее всего, общий какой-то, потому что в том номере, я смотрю, холодильник есть. Так, начнем по порядку. Вот у нас получается первая комната, двухспальная кровать, диван раскладывается, есть кондиционер, все в таких приятных голубых оттенках, телевизор, соответственно, имеется шкаф. Вот этот санузел относится как раз-таки к этому двухкомнатному номеру, то есть получается, смотрите, здесь у нас идет холл, вот этот номер полностью двухкомнатный, закрывается дверь, а вот этот номер, то есть раз комната, два комната и санузел, он также сдается, можно по комнатам снять, как экономы получается, наверное, санузел один на два номера, либо две комнаты снять, и вот у вас санузел ваш будет. Теперь покажу вторую комнату. Тут также двухспальная кровать, также телевизор, шкаф. В принципе, комплектация такая же. Кондиционер имеется. И санузел. Санузел, все есть необходимое для отдыха. Все, что надо. Вот у нас пошел полноценный двухкомнатный номер. Двухспальная кровать, холодильник, телевизор, имеется кондиционер, также имеется вместительный шкаф и вторая комната. Здесь диван раскладывается, двухспальное получается место, и также имеется свой санузел. Да, свой санузел.
Опять же скажу, все чистенько, никаких запахов нету. Классно, просто супер. Смотрите, какое есть у меня к вам предложение. Если у вас большая компания, например, на 8 человек, вы снимаете полностью этаж под ключ. Собственники находятся во дворе, получается, вот там. Это вот как раз таки вот тоже этаж под ключ, либо два двухкомнатных номера. Вы снимаете, вы полностью сами по себе здесь, полностью у вас все свое. Вот закрыли дверь, ушли на море. Все. Это будет очень даже, кстати, неплохо. 8 человек, можно даже там 2 семьи, один этаж снимаете и здорово проводите время, потому что цена вас очень удивит. Ну и условия, в принципе, тоже. Тут до моря всего лишь 5 минут. Сейчас пойдем обязательно на море, и я вам покажу пляж. Итак, мы пришли на пляж. Пляж у нас называется 2К20. Как мы видим, полностью оборудован для туристов. Зонтики, шезлонги, раздевалки, волейбольные площадки, всякие развлечения, навесы, питание. Тут даже сейчас надувают, наверное, какой-то будет мини-аквапарк, так сказать. Я думаю, что, в принципе, вам понятно, что это за пляж. Вода здесь чистая, обход в море ил. Ну, то есть мне нравится этот пляж. Буквально пару дней назад я здесь отдыхала. Так, ребят, если вы хотите забронировать этот гостевой дом, вам нужно написать мне по WhatsApp или Viber. Номер телефона находится в описании под этим видео. Если вы хотите сделать видеообзор вашего гостевого дома, либо отдать в управление свое жилье, вы можете написать мне также по WhatsApp или Viber, можете звонить, в принципе, и будем обсуждать условия. Ребят, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего хорошего!